огромного числа посетителей Олимпийского парка очень много совсем юных гостей, мальчишек и девчонок. И именно у них мы сегодня поинтересовались, а что же такое Олимпиада? Расскажите, деду, что такое Олимпиада? Это Олимпийские игры. Я думаю, Олимпиада – это когда все страны мира приезжают в один город и соревнуются между собой. Олимпиада – когда игры начинаются в Сочи. Олимпиада – это соревнования, когда проходят в Олимпиаде. Олимпиада – это спорт, где много игроков столкнутся за счастье. Олимпиада – это смех. Смех? Я занимаюсь катанием. Мне кажется, Олимпиада – это когда страны борются, ну, чтобы показать себя в спорте. Мне нравится фигурное катание, хоккей, бобслей. Спортивные соревнования. Разные страны. Люди измеряют свои силы, на что они способны. Ну, это игры, на которых хочется побеждать. Я люблю фигурное катание.